клянусь Мьёльниром, это же Эйвор, сам дракон Северных Вод. Дорогу Эйвору, кошмару западных берегов. Сёнин. Бдительная тут стража. Thank you.
Один, что такое? В чем дело? Во имя Асгарда, что стряслось? Видимо, заперто с той стороны. Не открыть, только с той стороны. Thank you.
Сигерда. Покажи, что там впереди. Schlitt du! Hält mal ein Dach! Близко. Прочь! Что происходит? О. Тебе помочь? Нет? Уходи! Yeah.
Вроде боевито выглядишь. Брат Волка, неужто это ты? Что ты видишь? Слушай, ты вроде боевито выглядишь. Брат Волка, неужто это ты? Ты Рольф, так?
Мы вместе ходили в набег у северного побережья. Польщен, что ты обо мне помнишь. Стюрбьорн тогда впервые отпустил нас в такую даль. А Сигурд поспорил с тобой из-за добычи. Ты в таком возрасте еще грабишь? Нужно брать, что успеешь, пока Харальд не подмял Норвегию. Но я теперь только все планирую, а грабят уже другие. Кстати, я сейчас ищу толкового капитана. Я бы помог, но у меня давно своя дружина. Да я не про тебя. Но помочь с выбором ты бы мог. Я кое-кого присмотрел на проверку. Проверку? Хочешь узнать, чего стоит человек? Проверь его боем. Ха, ну показывай. Мои люди ждут у причала. В основном местные. Есть даже несколько пахарей, они жаждут подвига. Как они в сравнении со мной и Сигурдом? Смешно сравнивать. Ты не знаешь, как велика твоя слава, Эйва? А тебе говорят по всему побережью. И что именно? Смотря кого слушать. Больше хвалят. А прочих не волнуйся. Это они пусть волнуются. Это мои люди, Эйвор. Не самые опытные, но у них есть другие достоинства. С тобой я превращу этих тюфяков в железных людей, в настоящих воинов. И кто из этих бедняк будет верховодить? Видишь громилу? Аутбьорн. Говорит мало, но сил у него как у медведя. Та дева Асхильд острая. И бьется зло, и голова на месте. А еще есть Торгильс. Рольф, кто там с тобой? Не отвлекайся, а то тебе череп расколят. Ладно. У него в башке пусто, а шеха гуляет. Но другим он нравится. Из моих эти лучшие. Значит, трое. Бывало сложнее. Хочешь драться со всеми разом? Ну да. В набегах царит хаос. Значит, и сейчас правил быть не должно. Только не покалечь мне никого. А то я и этих с трудом набрал. Слушать всем! Это Эйвор, брат Волка. Он уже убил больше людей, чем вы встретите за всю жизнь. Брат Волка? Я про тебя слышал. Ух, весело будет. Хотите верховодить? Деритесь с ним. Лучший станет капитаном. Не убивать, не калечить. Других правил нет. Ясно? Я вот... Давай! Воин должен быть беспощаден. Я сильнее любого мужчины. Есть чему поучиться. Одолеть тебя – большая честь. Eigum að efla
til þeirra áður verða fúsið til flöts kristins matar. Muni skipa réttvís og harða höndum mín. Mega glaðan kirkja byggja. Сюнин,
Расправь крылья, Сюнин. Thank you.